Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в поселке Витязево, город-курорт Анапа. Это Анапский район, улица Лазурная, 12. Вы можете сюда приехать на отдых еще и в сентябре. Ну, либо забронировать на следующий год. Хозяева позаботились о том, чтобы рассказать про свой гостевой дом и вам все показать. У нас уже несколько раз он был на обзоре. Отзывы хорошие. Если какие-то недоразумения случаются, они всегда решаются. И дай бог, чтобы так и было всегда. Давайте более подробно я вам все расскажу и покажу. Не забывайте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, и тогда ваш отдых пройдет просто невозможно классно. Находимся мы на пересечении улицы Лазурной, Уютной. Сам гостевой дом у нас угловой. Там парковка, здесь парковка для машин. И также здесь проходит маршрут маршрутки на Тартугу. Я думаю, что вы на другие пляжи ездить просто не будете. На маршруточке мы в конце видео прокатимся как раз-таки на само море и получим удовольствие от него вместе с вами, дорогие мои друзья. По инфраструктуре здесь есть магазин «Копеечка». У дома также продают фрукты, овощи. А туда дальше шашлычные, машлычные, столовые, все, что только вам может понадобиться. Хозяева вам подскажут лучшие места, где здесь поближе поесть. Я, допустим, советую вот туда, наискосок, есть трактир «Русские блины». Там будет вам невероятно вкусно и классно. А в ту сторону, вот отсюда видно мой дом, в котором я живу, там Джаника, мама готовит великолепные чебуреки. Так что, друзья, все для вас. Территория вокруг дома озелена, там виноградная беседка, здесь высажено огромное количество цветов, гибискус прорастает, деревья, акации наши разные и много разнообразных архитектурных форм. Перед домом имеется ногомойка, чтобы перед заходом во двор могли помыть ножки. Туда дальше бетонная такая площадочка, на которой вам ставят мангал. Если вдруг вы не хотите покупать шашлычок, а хотите сами заморочиться, то у вас такая тоже возможность будет пожарить себе шашлык самостоятельно. И давайте посмотрим, как выглядит двор. Здесь заменили забор, теперь стала территория более такая воздушная, прозрачная и классная. Заходим на саму территорию двора. У нас гости либо спят, либо сейчас находятся на морях. Время у нас 11:13, то самое, как говорится, когда все там. Бассейн довольно-таки большой. Мы видим, как работает фильтрация. Также у бассейна есть подсветка. Все правила пользования бассейна именно здесь, чтобы вопросов ни у кого не возникало. Также имеется душевая зона, в которой можете сполоснуться или помыть ноги. Шезлонгов, стульчиков, я думаю, тоже предостаточно. Также по всему двору стоят столики, за которыми можно посидеть. Они ни за кем не закреплены, кто хочет, там и сидит. Здесь во дворе имеется общая раковина, в которой можно помыть руки. Также имеется гладильная доска и присутствует возможность приготовления пищи. То есть своя собственная столовая. Есть термопод с горячей водой, вот так выглядит утюг, также газовая плита, наборы посуд, электрочайник, стиральная машинка. Стирка 200 рублей, только согласие горничной. То есть договорились, вам постирали, чтобы вы ничью стирку не отключили. Имеется микроволновая печь и общий холодильник. Вдруг, если вы хотите что-то здесь расположить. Ну, а тут люди ставят свои продукты, из которых приготовление пищи ведется. Честно, сейчас большинство людей кушают в столовых. Фактически никто кухнями не пользуется. Но те же самые кашки никто не отменял для своих детей, либо легкий завтрак с утра, почему бы и нет. Ну, а так, если хотите каши варить, возможность имеется. Ну, нравится мне, как смотрится бассейн с этим забором, очень красиво. Есть детская площадка, то есть качель, полазить и, конечно же, батут. Здесь везде такое зеленое покрытие. Смотрим на беседку. Беседка тоже гордость этого двора. Здесь столы большие для того, чтобы могли посидеть, выпить. Раньше здесь был бар, но сейчас просто пользуйтесь этим местом. По своему осмотрению есть телевизор, чтобы можно было посмотреть, что происходит. Ну и вот видим, как люди приезжают на отдых. Прямо здесь сейчас заселяются в те номера, которые были свободны, которые мы вам смогли показать. В общем, обзор территории закончен. Давайте пройдем в номера, будем смотреть трехэтажную гостиницу с самого верхнего этажа. Друзья, давайте посмотрим номера. Мы с вами поднялись на третий этаж. Такой великолепный вид на двор открывается.
Играет музычка, релаксация. На третьем этаже у нас имеются и места для отдыха со столиками. Можете выйти посидеть с видом на бассейн, чтобы, если что, допустим, контролировать своих детей. Также в номерах присутствует и балкон. Мы сейчас с вами посмотрим номер 13. Дверку я приоткрыл. Заходим. На входе у нас такое большое зеркало. Также здесь имеется комод для хранения ваших вещей. С правой стороны, вот что мне понравилось в этом гостевом доме, вот так вот открытое пространство для хранения. Есть штанга с вешалками, куда поставить чемоданы, сложить ваши вещи, холодильник. Этот номер рассчитан на 5 человек. То есть здесь можно заехать даже за 2000 рублей в этот номер. То есть дешевле, чем по 500 с человека. Ну, в среднем вы будете узнавать, когда звоните сами хозяину, он вас проконсультирует. То есть в среднем 500 рублей с человека на сентябрь отдых. То есть двухспальная кровать, односпальная кровать, две прикроватные тумбочки, есть сплит-система, телевизор и раскладывающийся диван. Также в номере есть собственный балкон. С балкона здесь вид на улицу. Имеется стол, два стула, куда повесить ваши вещи. Ну и снизу беседка с виноградным. И здесь расположена парковка. В номерах санузлы выглядят вот так. Сделана душевая зона. Здесь унитаз, раковина и зеркало. Также есть свой тазик и тряпочки. Ну и мусорка стоит. На самом деле номер очень просторный, большой. Места хватит даже детям вашим поиграть здесь. Вот этот столик так красиво выглядит, как Титаник кораблям. Вы можете занимать абсолютно любые столы, они ни за кем не закреплены. Вазончики с цветочками. Смотрим с вами номер 12. Он здесь у нас рассчитан на двоих плюс доп. Заходим. С левой стороны имеется кресло, есть холодильничек, двуспальная кровать, также есть комод, телевизор. Место для хранения выглядит вот так. Плечики имеются и дополнительная подушка. Как я говорил, стоимость по 500 рублей с человека. Здесь санузел, то есть раковина, зеркало, унитаз и душевая зона. Она очень большая, просторная, то есть три плитки практически целиком в ширину. Номеров, как вы видите, здесь немного на этажах. Если у вас нет балкона в номере, то вот такая сушилка на этажах присутствует для того, чтобы вы могли подсушить свои вещи. Также имеются дополнительные емкости на случай отключения воды. И вот такие вот зоны отдыха везде, то есть даже с мягкой мебелью. Мы спустились на второй этаж. Такой интересный у нас обзор сверху сегодня, да? И посмотрим с вами номер 9, как он выглядит. Номер рассчитан у нас до 4 человек. Заходим. С правой стороны у нас место для хранения, куда повесить ваши вещи. Также имеется холодильник и дополнительные полочки. Здесь вот такая вот мебель добротная. Большая двухспальная кровать, односпальная, односпальная. Три прикроватные тумбочки, телевизор, сплит-система, большое зеркало. При входе находится также санузел. В санузле у нас душевая зона, есть унитаз, раковина и зеркало. Все нужные вам принадлежности. Если вдруг вам что-то понадобится, я всегда говорю своим подписчикам, друзья, обращайтесь к хозяевам. Зачастую просто вы нервничаете, они не знают из-за чего. А попросили, сказали, и вам всегда помогут и ответят. Потому что все направлено всегда в сервисе на то, чтобы клиент был доволен. А если клиент молчит, то мысли никто его не читает. И также выходим на балкон. Балкон здесь широкий, имеется стул, стол, место, куда повесить, сушить ваши вещи. И с другой стороны еще один стул. И тут вид на мою машину и беседку с виноградом. А также красивые девчули мимо проплывают нас. В общем, красота, друзья. Стоимость проживания в этом номере, как я и говорил, дорогие мои, по 500 рублей человека в сентябре. На остальные даты уточняйте у хозяев. Номер, как всегда, напрямую. Это второй этаж, один из самых удобных, хотя многие приезжают и снимают на первом этаже. На первом этаже балконов нету, но там сразу выходите, бассейн, территория, те, кто с маленькими детьми, то есть выбирают и те места размещения. Итак, номер 7, он примерно идентичен первому номеру, который мы с вами смотрели, но здесь немножко другая мебель и обстановка, потому что часто люди выбирают именно по этому критерию себе номера. При входе у нас с левой стороны имеется зеркало, по прямой место, куда повесите ваши вещи, и тумбочка прикроватная. Проходим дальше. С правой стороны еще одно место для хранения с плечиками. Также имеется холодильник и
5 спальных мест. То есть двуспальная кровать, односпальная кровать, раскладывающийся диван. 2 прикроватные тумбочки и с этой стороны 2 прикроватные тумбочки. Картина, сплит-система, телевизор. Это вся обстановочка этого номера. Разворачиваемся от балкона в другую сторону и смотрим на пространство, которое здесь есть. Потому что часто люди пишут, номера маленькие, тут прям можно гулять по этому номеру. Давайте посмотрим балкон. Балкон у нас выглядит в таком формате. С левой стороны имеется стол, 2 стула и еще один стол. Также куда повесить ваши вещи. И вид на беседочку с виноградом на парковку. Санузел в номере имеется. Здесь душевая зона. Унитаз, раковина, зеркало, пшикалка, туалетная бумага, там, дополнительные мешки для мусора. Это я все не указываю. Я думаю, что если вдруг вас этого не будет, всегда хозяева во всех номерах вам это предоставят. Стоимость проживания, как я говорил, по 500 рублей человека в сентябре 2023 года. Друзья мои, на следующий год, если захотите приехать, а я вам советую это делать, приезжайте обязательно, если будет возможность, отдыхайте у нас, звоните заранее хозяевам. К сожалению, ценников нету, продавец занят. Так бы пораспрашивал. Ну, поехали на пляж. Маршрутка подошла. Звук не записался, но здесь я вам говорю о том, что стоимость проезда 50 рублей. Все, потихонечку выбегаем мы из маршруточки. Самое интересное, это то, сколько людей ее ждет здесь, чтобы поехать обратно. О, красота. Просто интересно, через сколько они все соберутся, отсюда свалят. Вот это отсутствие как бы транспортных средств дает людям нормального количества маршруток. Я, в принципе, впервые вижу эту очередь. Ну, так прикольно. Я думаю, сейчас пару машинок, и все уехали. Так туго. Мы приехали к тебе. Вот Сергей, Кирилл. Как вам у нас отдыхается? Хорошо, очень. Как вам вот этот пляж Тартуга, на который вы приехали? Очень хороший. Лучше Витязева, надо говорить. Лучше, чем Витязева, там зацвело все. А здесь? Здесь нет, здесь шикарно все. Ой, здесь ой, ой. Мы каждый день сюда ездим, отдыхаем уже 10 дней. Супер. Да. А, маршрутка нормально функционирует? Нормально, только это, как селедка. Надо очереди ждать, он такой большой. А так нет. Сейчас еще пару дней, людей станет меньше, будет более свободно. Мы уже уезжаем через 3 дня. А хорошо отдохнули. Да, спасибо большое. Машите ручкой всем вашим. Привет, Уфа. Кирилл, скажи привет. Кирилл, маши нам ручкой. Пока-пока. Кирилл, скажи Тимофею привет. А, красавца. Тимофей, привет. Всего хорошего. Спасибо. В общем, на людей мы посмотрели, за них порадовались и теперь пошли смотреть на пляж. Пиратские флаги, символика. Все невероятно круто. Здесь у ребят есть холодные напиточки прохладительные. Также убирают мусор. Тут вывозят отсюда за счет того, что здесь работают пляжи какие-то. В аренде официальные. Также есть батута. Посмотрим по ценам. У них есть попкорн, можно взять по соточке. И также разные закусочки тоже здесь присутствуют. То есть маршруточка до сюда ехала минут на 15. Пробок Витязева сейчас нету, все довольно-таки свободно происходит. То есть постоянно функционирование. И, кстати, эта маршрутка уехала больше половины очереди. То есть очередь вот отсюда от синего стола ушла до туда. То есть забрала. Сейчас вторая приедет, и очередь отсюда исчезнет полностью. Про благоустройство. Кроме бара здесь имеются мусорки, есть переодевалочки, места для курения. Одно оборудовано под пиратским флагом, другое. Под навесом лежачки стоимостью 250 рублей. Как раз таки, если вы приезжаете, берете в аренду лежак, он здесь на 50 рублей дешевле, чем в любом месте в нашем поселке Витязева. И востребованность лежаков можете увидеть. Уже сезон практически везде закончился, но на чистое теплое море сюда приезжает огромное количество людей. Если вы приходите и хотите взять, допустим, спереди зонтик с мягкими матрасиками на лежаках, стоимость будет его 800 рублей. Там есть прокат бананов, ватрушек, гидроциклов, всего остального. Он работает. Давайте пройдем дальше, покажу, какие еще здесь есть элементы, так сказать, для вашего отдыха. Вот такая вот скамеечка, тоже с двумя матрасами, будет стоить 1500 рублей. Она огорожена, как бы обособлена на вашу зону отдыха. Про эти я говорил уже, лежаки. И туда дальше есть еще беседочки. Помашу. Как зовут? Сергей Сергеевич. Как тебе отдыхается? Хорошо. Осталось 3 дня. Сегодня 7 вроде. Через 3 дня домой. Вот и мама. Здравствуйте, мама. Как вам? Прекрасно. Тартуга, море чистое? Очень. Все плачут, видите, его говорят, море грязное. Я пришел, вообще слеза, да? Нет, это вот на Тартунке это хорошо чистое. А там-то мы вчера после обеда пришли, там зелень. Ага. Мы сюда сейчас ездим. Все, понял. Хорошего отдыха. Побежал я дальше.
Рад тоже. Смотри, такая беседка 2000 рублей стоит. Есть беседка с качелькой. То есть это вот спальное место, оно качается. Ее можно закрыть и отдыхать там, как говорится, хоть размножайтесь. Никому, главное, звуками не мешайте. Будет стоимостью 2500 рублей. Вот такие вот дела, дорогие друзья. И самый главный обзор, ну, что нам осталось сделать, это, конечно же, на море. Всем, кто ест, приятного аппетита. Обед сейчас. Ребят, благодарю за лимонадик. Поделились, было вкусно, классно и прекрасно. Потому что жидкости не хватает. Ну и лучше пляж Тартуга с кристально чистой водой. Привет! Здрасте. Здорово, брат! И вам здрасте. Спасибо. Давай! От души. Иха. Давайте. Плюс это море, понимаете, оно не просто только здесь такое, но тут везде такое. Также на Тартуге имеется кафе большое, где можно поесть. Ну и место для людей достаточно. Пляж, он бесконечный туда, сколько смотришь, столько и идет. Хотите вообще без людей, пешочком прогуливайтесь в ту сторону, там места, я бы сказал, просто идеальные для отдыха. Я, наверное, сейчас чуть-чуть пройду дальше, вам покажу ее. Идеально, просто идеально. Как вас зовут? Алена. Алена, машите сирочка, 26,9 температура. Как вам на этом пляже отдыхается? Супер, в общем, здесь третий день, ну, вообще, как будто Мальдивы, только наши местные. Витязевские, да. Хорошо, ну, отдыхал. Не сравнить вот с тем, конечно, пляжем. Который в Витязево, центральный, да? Мы не центральный, мы на жемчужине России. А, то есть вам и там не нравится? Там я с утра там сегодня был, в левую сторону проходите, там тоже море чистое. Да? Я прям с утра там был, да. А мы сразу сюда. Ну, тут чище, 100% море, и людей меньше, поэтому как бы водичка будет лучше. Спасибо. Все, все хорошо, до свидания. А я вам, ребят, хочу тоже пожелать того же. Имейте возможность отдыхать в хороших местах, где будет чистое море. Рады вам будут всегда. Ну и самое главное, чтобы вы после себя оставляли чистоту и красоту. И тогда наши пляжи будут радовать не одну семью, а сразу все наши российские семьи. Хотелось бы администрациям пожелать найти возможности, чтобы эти побережья задействовать, и люди могли сюда приезжать на отдых, чтобы не ютиться на всех этих центральных пляжах, а равномерно распределяться по всему Черноморскому побережью, как это, в принципе, было и раньше, потому что там то густо, то пусто, а надо, чтобы были люди везде, и тогда море будет принимать все, как говорится, людей более равномерно, и водичка будет более чистой везде. Ну вот, 27.1. Море очень теплое, классное и прекрасное. С вами был Юрий Азаровский, вам всем привет, Черноморский. Подписывайтесь на ВК, Телеграм, Яндекс.Дзен. Везде через Юрия Азаровский меня можно найти. Буду благодарен. В телеге мы публикуем гораздо больше новостей о том, что у нас происходит. Ну, и дай бог нам всем хороших вестей. Морюшка для вас, друзья. Вот смотрите, я чуть дальше отошел, то, о чем я говорил, то здесь стоят машинами люди, и народу вообще практически нет. Иногда встречаются водоросли. Ну а так, в принципе, все чисто, классно и прекрасно. Поэтому именно сюда тянется огромное количество людей, которые здесь отдыхают, наслаждаются. Единственное, прошу, здрасте, хорошего отдыха. И тут наши люди. То есть лучшее место на Черноморском побережье. Это дикие пляжи. Единственное, ну, прошу, не подъезжайте к берегу. Ну так хочется лежать на чистом песочке, не после ваших машин. Фантастика и крутотень. Смотришь на эту красоту, лодка полетела. И не верится, что это все здесь. Действительно, как будто Мальдивы, только в витязевском исполнении. Жду вас в комментариях, друзья. Как вам? И какие впечатления?